тонуло. Ну, на воде. Фамилию Кострикова, да? Кострикова, да. И дошло до него. А он в прошлом педагог, кончил педучилище. Да как же вы тут живете, что у вас дети гибнут? Надо немедленно решать вопрос. А до этого он в Актюбе уже бассейн построил. А в Актюбе есть? Да, есть. Вот он и строил там бассейн. Ну тоже, Актюба же, знаешь, такой же поселок, меньше еще нашего. И вот он собрал всех этих бульдозеристов. Говорит, ребята, надо спасать детей. Какой и... молодец все-таки. И вот откуда у него такое сердце? После работы, выполняя работу на производстве, потом приходили сюда и здесь работали по... Это как дополнительная нагрузка для них была. Да, притом бесплатно. Ну, бесплатно это же вообще. Да. Значит, ну, все времена было, все... когда это еще энтузиазм этот был, но да. Вот и начали, выкупали, я был как раз ситуация, вот это, я ему рассказал ситуацию, как, что, где произошло. Он, значит, по, я тогда начальником ППН работал. Вот. Ну, говорит, как так это можно? Я говорю, да так вот можно. Строили, говорю, вот Аширов строил на Бавлинке. Весной смыло. У нас же, ну, видите, говорю, какие скосы-то. Ни одна дамба не выдержит. Она или заилится, или смоется. И вот он принял решение выкопать бассейн. Это его память. Какого фамилия еще раз? Аклим Касимович Мухамеджанов. Его уже нет, да, на этом? Да, лет пять как скончался. Он был замминистра нефтяной промышленности, от нас ушел, ну, нефтепровод, потом Лениногорск, Елабуга, нефтепровод и Москву. Москву, да? Я просто вот этого я не знал, так вот домысливаешь какие-то детские свои картинки. Ваша как фамилия? Белин. О, Белин? Ты не в... вон там доме? Да, в нем, закажи. Да, да. Да? Я живу в Петербурге, я сейчас вот ухаживаю за матушкой, ей вот будет в ноябре 90 лет. Это матушка у тебя была, наверное, уже... Она же в санэпидстанции всю жизнь отработала. Блондинка, да? Ну русая. Русая, да. Ну. Они вот с Оренбургской области, северный район, поселок или деревня Яковлево. Она там уже распалась. Здесь много, наверное, бавлинцев. Не только есть, она. Есть, есть. Бугульма, Октябрьская. Там даже фамилия моя, Беляев, это Яковлевки. По поводу? Просто что? Ну, то их там много почему-то. А, Беляев. Там же оно такое русское такое селение. Да, да. Переселенцы. Переселенцы, да? Ну, все же здесь переселенцы русские. Ну, Оренбургская, да, она заполнялась вот это да. В связи с войной или в связи с революцией. Это или вообще это еще давняя история? Это же здесь свободные земли были. Вот мой земляк Рычков Петр Иванович приехал сюда 300 лет назад с одной улицы. Вот мы ему здесь памятник поставили. Рычков? Рычков. А где этот памятник? Улицу назвали Рычковым. Это первый член-корреспондент Петербургской академии наук. Первый, заявивший наличие нефти в Уралополомке. Первый, жена его, связала Оренбургский пуховый платок. Первый заявил о том, что лес надо садить. Первый заявил о том, что Каспийское море уровень будет снижаться. Это ну, самородок, не кончавший академии. А был так, членом, да? Да, вот значит, этот Ломоносов, Тищев и другие там это ученые предложили ему значит, звание академика. Но немцы же, там Мюллер был руководитель, это президент академии, явно, что не поедет. Тогда они придумали вот название член-корреспондент. И вот он стал. В народе он как академик, Пушкин его академиком считал. Я о нем писал как академик. А фактически, то есть диплом у него член-корреспондент. Я вас немножко тут записал, чуть-чуть вашу речь. Мне просто не запомнить, а хочется очень много знать. Я даже записал. Вот сейчас немножко ну пишет. Ну ладно, когда будем знакомы, я Беляев, я краевед. Ну вы не уходите с кадра тогда. Вот. Историю Бавлов я очень хорошо знаю. Спрашивайте про Бавлов. Когда, с какого времени, кто первый? Сказать? Вопросов много, вот в частности... Ну, меня про значит, бассейн интересовало. Вот, ну, бассейн. Значит, давай о нефти. Значит, в нефти заявил Рычков, Петр Иванович, первый. Ага. А как он узнал-то? У него был переводчик, Мансур Акбердин. И этот, как, ну, местный житель, Ишимбай, старшина башкирской общины. Ага. Они ему показали истоки нефти. И он первый в научных трудах отразил наличие нефти в Урало-Поволжье.
теперь получил благодарность от Екатерины II, вот имение Спасское, а его переводчик Мансур Акбердин на реке Баулы земельный надел для поселения сюда татар. И вот, значит, этот земельный надел в 1755 году был выделен ему. Как частное владение, да? Да, ну за заслуги перед государством. Угу. Значит, договор о том, что у Кирилландской, здесь Кирилландская община башкирская, угу. Значит, заключили о выделении этой земли. Договор утвержден на Гайбакской крепости, административный центр. На Гайбакской крепости воеводой был Суворов Василий Иванович, отец Александра Васильевича. Так что наша Баулы связана, видишь, улица Суворова, это не полководца, хотя и полководца. Брата или сына? Здесь. Сына, да? Нет, отца. Отца? Ого! Да, он утверждал документ о выделении земли. Через 7 лет, в 1762 году, вот этот Мансур Акбердин привез сюда 29 татар, человек. И образовалось поселение Мансурово-Баулы. Вот так. Еще один вопрос такой про Баулы, про Медовую реку. Что-нибудь скажете? Скажу. Значит, название река Баула не от Медовой реки. Нет? А то я очень много делаю этих выпусков и пишу Медовую реку. А вот это первое заявление. Значит... О Баулах. Ну, я немножко стишки там, это, как я запоминаю. Благословенный райский уголок. Здесь каждый отдохнет душою. И здесь, под каждую горой, родник с холодной водою. Баула, Аксаков, Баула река родниковая. Вот изобилие родников и дало название реке Баула. Но все-таки как-то переводится это Баула и... Бав, корень, бав. Это что бав? Бав, ну, корень слова. Ага. В русском языке убав, прибав, добав. Ага. К чему-то. Ага. А Баулы, тюркское слово означает какой, лы, какой, нратлы, бакалы, балунлы. Угу. Бавы изобильный. Ага. Ну, а Хамзамула, здешний-то известный человек, написал легенду о том, как пришли из Пелепея чуваши, попробовали воду и говорят, вода сладкая. А-а-а. Ну, родниковая, пригодная для питья. А-а-а. У географов тоже есть понятие. Вода горькая, соленая, горько-соленая и так далее. Вода сладкая, пригодна для питья. А уже дальше народного воображения, ну, сладкая вода. Откуда она сладкая? Конечно, пчелы ему там усластили. Уж не мешок же сахара вывалили. Это так рождаются легенды. Ну вот видите, я тут недавно выкладывал, бавлинку снимал, ее журчание, да. Эти ручьи, и пишу название «Медовая река». Да. И так и выложил, и все думают, что такое «Медовая река». Ну кто как, какие домыслы пишут, это бавлинка. Ну так там... пишут «Баулы», «Баулы» веревочный так, «Баулы» воспринимают как мешочный. Ага. А слово-то «Баулы» искажают слово. Ну, мы же вот настолько не знаемся. Ну, не хотя верю. Вот в Википедии вы там тоже что-то, я смотрел, именно ваши публикации там. Ну, не вчитывался много, но хотя там много чего интересного есть про Баулы. В Википедии ваше же там рукой написано. Вы что-то писали в Википедии? Ну, Белов, все. Беляев. Беляев, автор. Ну, это я писал в библиотеку, они, наверное, оформили. Я думал, вы просто поддерживаете связь с Википедией, только... Там же как, пишешь, дополняешь. Нет. Но если они проверяют, и ты неправильно пишешь, то они тебя... не владею этим. Это я все отдаю в библиотеку, я президент клуба вдохновения. Здесь мы... Ну, есть такое творческое объединение любителей русской поэзии. Ну, культуры. Надо же русскую культуру здесь поддерживать. Вот так. Ну что, здорово. Очень большое спасибо вам. Может быть, еще когда-нибудь встретимся. Пока закончим запись. Всего доброго. Друзья, до свидания.